Захотели, создали свою лигу. Любители баскетбола и бывшие профессиональные игроки решили собрать команды и устроить краевой чемпионат. Игорь Семеняк один из тех, кто все это начал. Говорит, он, как и единомышленники, просто любит этот спорт. Университет заканчиваешь, куда идти? Играть где-то надо. Когда ты в университете учишься, ты студент, ты можешь в студенческой лиге играть в АСБ. Потом тебе негде играть, ты идешь в любительский баскетбол. Когда ты заканчиваешь карьеру профессиональную, тот же Алтайбаскет, теперь Барнаул, куда тебе идти? Опять некуда. Вероятно, поэтому же москвичи и создали межрегиональную любительскую баскетбольную лигу. Для того, чтобы к ней примкнул Алтайский край, нужны были деньги, аренда площадки для соревнований, онлайн-трансляция, судьи и прочие детали. Взносов по 45 тысяч с команды за сезон оказалось недостаточно. Поэтому, чтобы комфортно стучать мячом, нужно было прежде достучаться до спонсоров. Бюджет, который формировался, когда команды сдавали деньги, его не хватало и не хватило нам по ходу сезона. И ту небюджетку, которую мы привлекли, она помогла закрыть нам, чтобы мы сработали 0-0 как раз. Мы в процессе сезона постоянно организовывали встречи с разными юридическими лицами, с разными бизнесменами. При этом сами вообще не заработали. Все, как говорят организаторы, ради качественного баскетбола. Всего 5 создателей. Из них Евгений Валин привлекает деньги, Игорь Семеняк организует, Дмитрий Пащенко занимается рекламой и продвижением. Их стараниями самые разные люди собираются вечером после работы, чтобы просто показать красивый баскетбол. Просто ребята собрались, когда-то вместе занимались в детских спортивных школах, объединились, играем. Мы сначала вот выступали в третьей лиге, потом поднялись во вторую лигу, в первую лигу. И вот в этом году был организован этот турнир, и мы уже приняли участие в нем. Это может быть хорошим примером для любителей спорта. Инициатива снизу. Кстати, команда-победитель краевой лиги поедет в Новосибирск биться против лучших любителей из других регионов. Планирует попасть как минимум в тройку лучших. Андрей Дриер, Дмитрий Денисов. День с толком.